К концу года в Латвии возможна техническая рецессия. Это когда два квартала подряд падает ВВП. Такой прогноз в интервью «Утренней панораме» на ЛТВ дал президент Банка Латвии Мартиньш Казакс. Пока латвийская экономика еще растет, но экономически осень будет сложной. Высокие цены заставят семьи тратить меньше, а потому целевая поддержка правительства очень важна. Экспортеры, скорее всего, тоже заметят, что темпы уменьшаются, поскольку мировая экономика растет медленнее. Очень возможно, что к концу года в экономике Латвии произойдет торможение. Возможно, даже техническая рецессия, когда от квартала к кварталу экономика падает. Но говорить о глубоком кризисе нет оснований. Это больше торможение, а не кризис. Добавлю также, что в июле Европейский Центробанк поднял базовую процентную ставку, что приведет к росту выплат за кредиты. По словам Мартиньша Казакса, Центробанк сделал это не в последний раз. Это нужно для борьбы с инфляцией.